Друзья, всем привет! Воскресный вечер. Хотел вам показать, тут кто-то мне написал, и потом покажет ролик, как рыбки уже плавают. Да, рыбки освоились. Слава богу, никаких потерь не было. Друзья, ну потерь и не может быть, потому что рыбка это не привозная, знаете, не Польша далекая. А как в Польшу рыбка попадает? Там Малайзия или какая-то Азия? Ну, мы не знаем. Эта рыбка своя, ну, вот только просто от друзей, да. И рыбка, понятно, что стресса никакого она не получает. Через час она в другом аквариуме. Примерно параметры воды похожие очень. Я так стараюсь. Аккуратненько пакетики поставил. Как креветы, конечно, не перевожу. Попроще, но все хорошо. В этом аквариуме у меня уже, кстати, осталась у меня гурами одна, потому что подарили мне ее тернецы взрослые, валевые. Подарили, ребята, вот там была тернеца, кстати, вот такая темная, розовая. Ну, 4-5 штучек. И плавают, куда я, знаете, людям не предлагаю. Думаю, а я ставлю тут. И скалярии. Скалярии в этот раз пришли очень крупные. Ну, по сравнению с ними, понятно, что как крупные. Есть скалярии взрослые, есть крупные. Крупные тогда, это когда они не затянуты. Видим, что они еще будут расти и расти. Но уже очень красивые. Смотрите. По поводу скалярии, ребят. Еще у скалярии, вот, смотрите, бывает брак. Брак это когда вот у меня скалярия, посмотрите, одно усико, видите? Вот эту скалярию я уже людям стараюсь не давать, конечно. Я оставляю себе их, а людям я выбираю, смотрю, вот два усика обязательно. Тут и голубые скалярии, есть полосатые, тоже два. Ну, как и полагается. Поэтому всегда идет селекция, и каких-то уже таких оставляю себе, ну, не самого лучшего качества. Хотя посмотреть, сколько я людям скалярий по какой цене предлагаю. Там даже смешно, там вроде скалярия 1,5 евро стоила вот такого размера уже. Смотришь, в зоомагазинах там 8-9 евро. И опять же, да, плавают сейчас только скалярий. Вот может 30 штук плавать полгода. Ну а какой это бизнес, ребят? Если рыбка какая-то умирает, какую-то надо отсеять. И там из 40 рыбок, если в лучшем случае 20 штук ты за полгода продашь, заработаешь 30 евро. Но и рыб надо кормить. Электричество, сейчас электричество в Латвии было объявлено, дорожает от 20 до 40%. У нас она и так, электричество, не дешевое было. Вроде 17 центов за киловатт. Но если сейчас мы добавим еще 30%, то это будет в районе 22 центов за киловатт. И чтобы содержать рыбку, надо фильтра, свет, грелка. Это только на электричество. Добавляем еще однозначно кормление, подмену воды. Вода у нас тоже, кто живет в квартирах, не дешевая, холодная. Объявили сейчас, что вода дорожает. Ну, в общем, все в Латвии сильно-сильно дорожает. Поэтому рыбки как бизнес это нет, это только как хобби. Ребят, показал вам коротенький ролик, 3 минуты. Рассказал растение роголистник. Слышу, приехали уже детки. Мелкий мой уже сейчас папа-папа кричит. Но, как говорится... Съемка съемкой, а уже вечер, надо идти укладывать спать. Я думаю, что скалярии красиво-красиво смотрятся. Вот, знаете, полосатые, кто-то называет их полосатые, кто-то зеброй. Мне очень нравится, когда у скалярии красные глаза. Вот они, когда старше становятся, яркие-яркие глаза. Вообще, скалярия это рыбка интересная, крупная, растет прилично. Интересно ухаживать за своими детками, за мальками. Так что всех, кто хочет завести вот такую вот скалярию, без проблем можете звонить, писать 2977-3902 или 25-200-200. Это мой номер. С удовольствием предложу вам корма, скалярии. Да и вообще, вот видите, там и барбусы плавают. И, короче, рыбки много. Разной, здоровой, полезной, красивой. Все, ребят, всем пока-пока-пока-пока.